Училась я в школе. Иногда мы с ребятами смотрели в классе все вместе с учителем географии французский сериал «Эле и ребята». Фильм ориентирован на молодежь. В сюжете много интересных комических моментов. После школы, придя домой, как обычно, делала домашнее задание. И если оставалось свободное время, писала стихи, выражала свои эмоции. Написав первую рукопись, я подумала, почему бы мне не попробовать написать увлекающий молодежный роман под названием «Приезд в поселок Эллисвилл». В то же время с огромным желанием были написаны мной еще и стихи подростковой влюбленности. Повзрослев, я увлек телевизионным сериалом «Она писала убийство» по одноименному роману писательницы Агаты Кристи, сюжет которой основан на расследовании писательницы преступления. Детективный сюжет, содержащий развязку в английской манере. С интересом смотрела сериал «Коломбо», в котором поминутно раскрывается преступление и объясняются ошибки злоумышленника. Такие фильмы меня вдохновляли на новые рукописи. Свои эмоции, взгляды на жизнь излагала в обычной тетрадке. Поздравления для вас, стихи и поэма, реклама, деревушка Коллектон Грин, сказка про трех красных шапочек, сказочная история молодого турка принца и красавицы девушки из России, стихи забытых дней, мои кошмарные сны, домик туристов, Мехико, простая жизнь американцев. Я безумно люблю смотреть фильмы и ужасы и решила написать свои ужасы, кошмарные в книге, которая, как я думаю, удалась. Есть в моей книге вымышленный персонаж героев, и некоторые взяты из моей жизни.